В этом году мы 16-й раз проводим наш конкурс. Он стал в этом году международным. Вот этот фестиваль, наверное, запомнится, ну, такими очень интересными, очень разными событиями и разноплановыми. Плюс Омская школа в том, что она не только трепетно относится к своим собственным традициям дизайна, но и впитывает все самое лучшее, что есть сегодня в мире. It's been a pleasure to be here in Omsk at the School of Design. My first trip to Omsk was 2 months ago. And I found the fashion designers here to be rather extraordinary. It was a great surprise. The fashion show today collaborated that idea. The talent was interesting, it was diverse. I saw collections that rivaled some of those that we see in New York. And I look forward to coming back and working with them again. Конкурс дизайнеров «Формула моды» — это достаточно громкое событие в мире фэшн в городе Омске. И для нас, как для модельного агентства, это, ну, действительно значимое событие для моделей.